Уважаемые участники Конгресса, извините, у нас произошла замена доклада. Выступаю я, Зарубенко Ирина, руководитель отдела гистологического оборудования и расходных материалов компании «Карл Зейс». И представляю сообщение от компании «Ипредия» «Оптимизация технологии пробоподготовки в онкопатологии». Оптимизация технологии с использованием современного гистологического оборудования обеспечивает стандартизацию и высокое качество препарата, что является необходимым условием для правильной постановки диагноза. Особенно важен процесс пробоподготовки для проведения телеконсультаций. Вот в продолжении как раз сообщений коллег могу сказать, что сканирующие системы очень чувствительны к качеству микропрепарата. Компания-производитель Ipredia, ранее подразделение патоанатомии Thermo Fisher Scientific, представляет продукцию нескольких известных брендов. Это производители гистологического оборудования Шенден и Микром, предметные покровные стекла Мензель, реагенты для иммуногистохимии LabVision и расходные материалы Richard Allen Scientific. Девиз компании зашифрован в буквах названия Ipredia, что означает повышение точности диагностики в онкологии. Каждый этап пробоподготовки очень важен для определения точного диагноза и дальнейшего назначения правильного лечения. Линейка оборудования включает все приборы для всех этапов, начиная с маркировки гистологических кассет и предметных стекол с помощью специальных принтеров термотрансферной печати. Не работает. Все нормально? Следующий этап – это приборы для гистологической проводки тканей. Здесь мы предлагаем два аппарата. Это вакуумный гистопроцессор и аппарат карусельного типа. Далее станция заливки для формирования парафинового блока, микротомы и криостаты для производства срезов. Также аппараты для окраски – это приборы для рутинного морфологического окрашивания Gemini AS. И также есть специальные приборы, автостейнеры для иммуногистохимических исследований. Приборы для заключения под покровное стекло. Есть два варианта – это прибор CleaView и STM6. И также цитоцентрифуга CytoSpin для подготовки цитологического препарата. Немного подробнее о микротомах и Ipredia. Эти приборы ранее выпускались под брендами Microm и Thermo Scientific и зарекомендовали себя как точные и надежные приборы. В дополнение для получения срезов мы предлагаем микротомные лезвия для разных типов тканей. Модельный ряд ротационных микротомов и Ipredia хорошо вам знаком. Названия модели остались прежними. Это механический микротом HM325. Полуавтоматический HM340 и полностью моторизованный прибор HM355S. Можете также увидеть его сегодня на нашем стенде. Для всех ротационных микротомов серии HM доступны дополнительные опции. Это устройство CoolCut для охлаждения парафинового блока непосредственно на микротоме. Это устройство позволяет поддерживать температуру блока оптимальной, где-то на 15-20 градусов ниже температуры окружающей среды. И всем известна система переноса срезов СТС, которая объединяет два этапа работы в один и позволяет минимизировать повреждения парафинового среза, так как срез не сворачивается, попадает сразу на ламинарный поток воды и направляется в подогреваемую водяную баню. Данная система позволяет получать тонкие серийные срезы высокого качества, что особенно важно для сложного для резки материала и тех диагностических случаев, которые требуют производства большого количества срезов для дополнительных исследований. Для срочных биопсий Ipredia предлагает современные криостаты серии INX, а также в дополнение специальную среду для заморозки на ИК-50 и универсальное лезвие Ультра, которое идеально подходит для этой задачи. Криостаты обладают уникальными характеристиками. Корпус прибора имеет эргономичную форму, возможность настройки по высоте для работы, как сидя, так и стоя. Также удобное яркое освещение позволяет повысить точность и комфорт при использовании.
Все криостаты оснащены удобными тачскрин-дисплеями, имеют большое количество станций для хранения образцов внутри камеры, также станции быстрой заморозки. В криостате HM525 используется система дезинфекции с помощью ультрафиолетовой лампы. Приборы NX50 и NX70, в приборах серии NX дезинфекция осуществляется с помощью автоматического мелкодисперсного распыления дезраствора. Также за счет точной регулировки температуры образца и лезвия ножа в этих криостатах можно подобрать оптимальные условия для резки разных типов ткани. И у нас также для вас есть хорошая новость. Продукция для иммуногистохимии Преди теперь снова доступна для заказов и отгрузок на территории России. Пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам. Будем рады ответить на ваши вопросы. Мы недавно получили полностью все, практически все регистрационные удостоверения, которые были на стадии обновления, поэтому сейчас мы готовы к вашим вопросам. И всем известный бренд Menzel исторически является лидером рынка как производитель высококачественных предметных и покровных стекол. Экстрабелое стекло обладает безупречной прозрачностью, обеспечивая стандартизацию при исследовании микропрепаратов. Портфолио Menzel включает широкий выбор разных вариантов предметных и покровных стекол. И, конечно, всем известный золотой стандарт для иммуногистохимических исследований – это стекла Superfrost Plus, которые, в общем-то, не нуждаются в рекламе. Ассортимент микротомных лезвий представлен в таблице с рекомендациями производителя по использованию для разных видов тканей. Безусловным лидером являются лезвия типа «Ультра». Благодаря уникальной запатентованной технологии изготовления эти лезвия очень острые, имеют больший срок службы, чем обычные лезвия, позволяют быстро получить серийные срезы превосходного качества. И Преди также предоставляет большой выбор гистологических и биопсийных кассет, в том числе для использования в принтерах для маркировки. Также есть дополнительные расходные материалы для обеспечения сохранности образцов в процессе гистологической проводки. И в заключение я хочу отметить, что достаточно большое количество приборов и расходных материалов компании производства Preddy доступно в продаже с нашего склада в России, а также для размещения под заказ. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к нашим сотрудникам на стенде или позвонить нам по телефону. Можно также оставить заявку на сайте Carl Zeiss. Наша цель – помочь повысить эффективность работы патоморфологической лаборатории, обеспечить все этапы работы и таким образом сократить число рутинных операций, обеспечивая стандартизацию процесса пробоподготовки. Миссия компании Preddy – улучшить жизнь людей, повышая точность диагностики онкологических заболеваний. Спасибо большое за внимание.